Чувствуется такая мощная энергетика. Я первый раз повторюсь на мероприятии подобное. Действительно, практика очень эффективная. Удалось немножко увидеть себя настоящего, чуть-чуть шторочку надвинуть. Да, интересный там парень все-таки. Мы за шорами теряем себя, за социальными масками. И гвозди, я имею опыт в гипнотерапии, да, достаточный, там долгий процесс, а здесь прям очень быстро все идет, если как бы совместить эти вещи, да, я думаю, что можно достигать максимального прогресса и каких-то вот реальных достижений. Еще раз благодарю всех за участие, все молодцы, спасибо.